кстати, заметили, аирдропы тут перестали летать. Может, их вырубили? В прошлой катке тоже вроде не было пылесосов летающих. Один под пылесос. Ни хрена ты, блин, он походу тоже под пылесос меня запушил. Есть что ли, нифига себе. Еще, братан, подожди чуть-чуть. Да, ивент, походу, говорю, закончился. Слышали? Мне показалось, что прям здесь кого-то слышу. Все, закончились. Так, это на дропе, походу, стрельба уже. Блин, тут какие-то прям новички, прям жесть, новички. А, мне вот чел саги дал в лицо, поэтому я не умер. В меня не фул картечь залетела, а только одна дробинка, грубо говоря. Поэтому я не умер. Ой, этот хороший прям. Шестьдесят седьмой, нифига себе. Слик, сейчас братва выкинем и пойдем пушить того. Кстати, этот ТТВшник, походу, был с мутантом, который.
Куда он делся-то? Дурак, что ли? Тоже нахрен иди. Хорошо, так. А, в маске, поэтому он ничего не понял, походу. А, у них тут прям плотный замес был. Еще челы лежат. Подождите, это кто? А, ну этого эти, да, убили. Окей. Аирдропчик полутал, чувачок. Рюкзак CP7, я помню, ребят, я помню, сейчас мы его заберем, я помню о нем. Блин, если честно, прицел говно, кстати, братан, вообще не советую с таким бегать. А, это дикий. Дикий. Капец, тут такая нычка, я даже не знал, что здесь вот именно такая ниша есть в стене. Жесткая. Тантик отличный. Фуловый. Так. Сюда давай. А не, давайте кардуру засейвим на бартер. Так, как думаете, здесь еще можно кого-то найти, чат? Или все, ГБ нужен. Ой, так они даже ничего полутать не успели, лол. По кайфу. Так, а где выход у нас? А, ну мы можем прямо здесь на БСРФ выйти и все.
А это кто такой? Тоже ЧВК? А, нет, дикий. Плюс он нарядный, блин, я его с ЧВК перепутал. Походу. Нет, бот. Вот и чел. Еще один есть. Да, кабанчики. Папочки. Только вопрос, нет ли у них третьего типа еще? Готому типа АМ-ка топовая. С яйцечёткой на сотку. Кашечка, уф. Ля какая. Патроны говно, правда, братан. Вот этот с говном, по-моему, был. Чисто с СВДхой какой-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это фулочка нахрен. Блин, зря жетон выбросил. Ай, ладно, плевать уже. Вот, ну теперь можно прям со спокойной душой выходить с рейдика. Кайф. 8 кильчиков, по-моему. Красота. Замета, конечно, что Димас спать хочет. Я? Ну, чуть-чуть. Не то, что спать, просто усталость уже небольшая нахлынула. Кстати, вот, самый жирный челик, и он... Привет. Посмотрите, ребят. Привет всему ютубу от Фломика. Ник, кстати, знакомый. Всему ютубу от Фломика привет. Фломик, ну, получается, привет от тебя. Блин, вы посмотрите, как я их убил. Прям лесенка. Смотрите, 8, 12, 18, 67, 44, 38, 30, 17. Вот так, короче, уровни идут. Мне сразу это в глаза бросилось от паленького, короче. Вот, вот пик чисто. Это был рейд-босс, походу. Нормально, нормально. Ну, хороший рейдик. Чисто 8 чекилов ЧВК. Даже ни одного бота не убил. Красота. Красота.